Институт рыбного и охотничьего хозяйства Финляндии обращается к рыбакам Выборгского района с просьбой не выбрасывать бирки, найденные на выловленной рыбе. За каждую возвращенную рыбную метку, в том числе и старую, рыбакам выдается поощрение в виде блесны. Меченые особи нередко попадаются в водах Финского залива и ряде других водоемов. Подобное обозначение рыб – один из самых информативных и достоверных методов исследования в арсенале рыбохозяйственной науки. С его помощью можно изучить протяженность, направление и скорость миграции, а также эффективность рыборазводных мероприятий. Стоит отметить, что никакой ответственности за вылов такой особи рыбаки не понесут, и сведения о них никуда не передаются. По вопросам сдачи бирки и получения вознаграждения обращаться по телефонам, номера которых на вашем экране.